3-6 ноября, в канун великого праздника, древний Киев предстал перед бойцами в трагической грозной своей славе. Спасенные от гибели жители города благоговейно будут хранить память о героях битвы за древнейший из городов русских. Вечно будут звучать над Днепром песни свободы, прославит народ Красную Армию, идущую сегодня с победой на Запад.